Что мне хочется ответить этому молодому человеку? Во-первых, уже двое детей, поздно. Поздно на эту тему размышлять. Во-вторых, я отвечу, может быть, это не совсем понравится этому молодому человеку. Может быть, он не хотел слышать этот ответ. А может быть, где-то внутри у него уже есть этот ответ, просто он боится сам себе признаться. Хочется сказать так. Хватит искать виноватых. Пастор виноват, то, что не усмотрел, не углядел. Девушка ваша, избранница, виновата, то, что растлевала себя до брака. Кто еще виноват? То, что по жалости вы сами виноваты, то, что вы женились. Хватит. Не время сейчас уже об этом вспоминать. Двое детей, если вы реально искренне верующий человек и хотите сделать что-то большое на этой земле, у вас уже есть две судьбы, за которых вы в ответственности. Это ваши дети и ваша супруга, которую вы выбрали. Из-за жалости, не из-за жалости, неважно. Если вы будете вкладывать в эту девушку, вы будете продолжать вкладывать в своих детей, со временем это будет самое ценное, что есть на планете Земля. И никакая страсть, никакие эмоции не разрушат то, что вы будете созидать годами. Поэтому я рекомендую не искать никакого отхода назад, сжечь все мосты и идти дальше.